одним из видов малого ширка является насаллахаляфия, который может быть очень распространенным. Тот ширк, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, боялся от своих сподвижников, а это рия. Показуха, валиясбилла. Показуха является, братья, маленьким ширком. И маленький ширк, то есть показуха маленький ширк отличается от другой показухи, которая приводит валиязу, который может стать большим ширком, а это показуха кого? Показуха лицемеров. Показуха лицемеров, мунафиков. Потому что их показуха, братья, является большим ширком. И разница этих двух видов в чем? В намерении. Если дела человека изначально, все его дела, не ради Аллаха, не ради того света, не для того, чтобы в рай попасть, не для того, чтобы сыскать довольство Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то это большой ширк, и это ширк кого? Лицемеров, мунафиков, валиязубиля. Потому что они все свои дела делали только для того, чтобы люди думали, что они мусульмане. Если же дела изначально делаются ради Всевышнего Аллаха Субхана Таля, для того, чтобы в рай попасть, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха Субхана Таля, однако в том или ином деле в его намерении примешалась, валиязу билля, это скверно показухи, и он начал украшать свое дело или улучшать это дело, то это является маленьким ширком, который еще называют рия аль-амали, то есть ширк на дела, валиязу билля. А то у тех же ширк в чем? В убеждениях, показуха в убеждениях. У них изначально все их дела не ради Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, человек встает на молитву и начинает приукрашать ее из-за того, что видит, что кто-то на него смотрит. И таким же образом какой-то человек дает садака, потому что видит, что кто-то на него смотрит. Или третий начинает читать красиво Куран, потому что видит, что кто-то на него смотрит. Или кто-то начинает говорить где-то в каком-то маджлисе о знаниях, чтобы люди подумали, что он знающий. Или начинает обсуждать какие-то вопросы, чтобы люди подумали, что он разбирающийся и так далее, валиязу билля. Поэтому, братья, этот ширк, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ахвафу ма ахафу алейкум». Самое большее, что я боюсь за вас, и он обращается к кому? С подвижниками. Это маленький ширк, рия, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, братья, мы тем более должны его бояться. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал одному из подвижников, что ширк подобен маленькому муравью в темную ночь, топоту маленького муравья в темную ночь по скользкому камню. Вот идет в темную ночь маленький муравей по скользкому камню. Топот, ты его слышишь или нет? Ты не видишь, не слышишь. Вот так незаметно, валиязу билля, ширк в ходе дела. И если человек, дело его какое-то, он начал изначально делать не ради Всевышнего Аллаха, то это дело не принимается. Если же человек делает какое-то дело ради Всевышнего Аллаха Субхана Таля, но ширк зашел в его намерение, и он начал что-то делать не ради Аллаха, потом опомнился, если это дело начало с концом не связано, то у него не будет принято именно тот момент, когда он делал не ради Аллаха. То есть человек сел читать Куран. Допустим, читает Амма Джуз, последний джуз. И прочитал 5 сур ради Всевышнего Аллаха, и увидел, какой-то человек зашел, и начал так красиво читать еще 5 сур. Тот человек ушел, и опять ради Аллаха начал качать. Вот эти 5 сур посередине у него не были приняты Всевышним Аллах Субхану Таля. И мало того, чтобы не были приняты, мы видели, Аллах Субхану сказал: «Инна Аллаха ля йагфиру ан юшрака бихи». Аллах не прощает, когда ему предают кого-либо в сотоварищи. И как мы сказали, группа ученых сказали, что туда также заходит малый ширк, насаллаху алейхи ва саллям. Поэтому человек, братья, когда что-либо делает и чувствует, должен остановиться, братья. Вот остановись, сделай маленькую паузу и задай себе вопрос, ради чего я это делаю. Одним словом, братья, Аллах Субхану Таля не принимает никаких дел, кроме тех, которые совершены только ради Него. Как сказал пророк саллаллаху, передал хадис Кудси, когда Аллах Субхану Таля соберет первые и последние поколения, просто в хадисе, когда Аллах Субхану Таля соберет первые и последние поколения в тот день, в котором нет сомнения, то есть судный день, возвестит глашатай. Тот, кто предал сотоварища Аллаху в своем деле, пусть требует вознаграждения у того, ради которого он делал это. Ведь Аллах самый богатый из сотоварищей в ширке. То есть, если ты кому-то предаешь ему в сотоварищ, то Аллах самый богатый, субхана Аллах.